Почему он едет без глушителя? Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Бондаренко. Я являюсь одним из администраторов группы «Шизанутый кубер». И сегодня в нашем паблике небольшой праздник. Во-первых, нашему паблику исполнилось уже ровно 50 дней. Ну и во-вторых, количество подписчиков в нашей группе уже превысило отметку 500 человек. На самом деле 500 человек это маловато для группы ВКонтакте, но для такого молодого паблика, как наш, это хорошая цифра, крепкая такая, большое достижение. Спасибо, хочется сказать каждому подписчику нашей группы за то, что читаете наши новости, за то, что вам интересно здесь. Спасибо также всем администраторам, без исключения, в том числе и мне. В общем, ладно. Мы в честь такого знаменательного события решили сделать конкурс. Это будет репост-конкурс, спонсором которого стал магазин Cut Corner Cubes. И он предоставил приз, вот такой вот куб Мою 3x3 Go and Long, обладателем которого вы можете стать, если будете подписаны на наш паблик, будете подписаны на мой канал YouTube, сделайте репост данного сообщения к себе на страницу, и тогда, может быть, удача вам улыбнется, и именно вот ты, который вот... Там кто-то сзади. А, нет, показалось. Вот да, именно ты станешь обладателем этого куба. Ну что ж, всем огромное спасибо. Еще раз огромное спасибо за то, что вы являетесь подписчиком нашего паблика. И хочется вас так просто призвать к активности в нашем паблике. У нас есть графа «Предложить новости». Если вы сделали какой-то там смешной мем или смешную шутку про кубинг, вы можете туда написать. Если она реально кажется крутой, то администраторы, конечно, опубликуют ее, и вы будете собирать лайки, там репосты, все дела. Будем развивать наш паблик, приглашать своих друзей к нам. Хочется сделать так, чтобы паблик наш просто ожил, и ожил благодаря вам. Поэтому мы дарим вам такой небольшой подарок, а именно возможность выиграть куб Мою Go and Long 3x3. Еще раз всем спасибо, я желаю вам удачи в предстоящем конкурсе. И хочется сказать, что мы не остановимся просто на этих 500 подписчиков, мы сделаем наш паблик реально крутым и известным во всех странах СНГ, по крайней мере. И все, мы сделаем это благодаря вам. Так что приглашайте своих друзей к нам в паблик. Не стесняйтесь опубликовывать, не стесняйтесь присылать нам ваши мемы, ваши шутки, ваши комиксы, связанные с кубингом. Еще раз всем спасибо за внимание. С вами был я, Евгений Бондаренко. Участвуйте в конкурсе, выигрывайте куб. И что, скипов вам. Пока.